Где он? Поставь шкаф, давайте сумоним. У тебя с ДПС почему? Знаю, тут меньше меня никто не должен дамажить. А нахера Илья молнию использует? Она не нужна там, вроде как говорят, вообще Там... ротация. У него фу в хосту забит, ебать, он весь. А, ну у него, видимо, старый Илья, он не соки-то нихера не перебил. А какие на соки? СПД фул. Его заклинание фул? Да. Да. Не перебил. Оранжевые нет, которые ставить лучше. Чё, хаз вообще не нужен? Потом решить вообще. Эту хуйню сейчас потом. Хорошо, дайте быстро. На мне нет, когда. Секунд. Захильте меня. На ханте нет, Кахан, давай, блядь, старайся. А. За собой, бесы, залейте бесов на за собой. Ага, вот эти двух надо убить. Я могу заходить. Давайте, щит ему, зубы ему дайте. Вес поливаем. Забери. Для на миле это повесил, а не план. Кто на ком? Не, нихуя там не понимаю. На сове сейчас висит метка. О, красава, Хант вышел, да? Нет? Еще? Или вышел? Пусть нет. Давай, блядь, не умер. Блядь, прикинь, ну... Вы там, блядь, я не знаю, она убивается вообще моментально. Вы там бьете, как будто, блядь, у нее там хп 500 тысяч, там, блядь, 120 тысяч хп всего, ебаный, блядь, залупает. Так этот пэт не дамажит, пока я сам не бью босса его. А что, сова, ну, дамажит? Сова, выйдешь, бернишь ханта. Пока так стоим, притон. А, сова тоже сдохнет, понял. Окей, захожу боком. Давай. Если меня должна метка кинуть. Ага, ну вот. Ладно, тебе это что вы тут? Прохилься. Давай, Геру. Я захожу внутрь.
Отлупать в пизду нахуй мне на магию. Лошара, блядь. А надо стопнуть на побосс. Там крипов ДП. Да все, умирайте. Надо хуйню одну пофиксить. Смерти в этой, блядь, в комнате. У меня еще КД на мой срез 2 минуты. Давай я буду в комнату ходить. Вы давай. Не, я хочу еще. Ты на ханте хочешь научиться комнату закрывать? Да. Это... весь. На магии. Притом шкаф поставь, чтобы это сейчас заманишь. Я там... У меня, короче, ХП кончается быстрее, чем я докастовываю стрелы. Короче, вот такая хуйня. Ты щит маны используешь? Нет, кстати. Короче, ребят, смотрите, в талах убрать перезагрузку молнии и кинуть ее на конвекцию шок, который сокращает, да? И все в СПД. Какой шок сокращает? Который молнии кидает повторный. Нет, шок какой? Какая трея? Талантов, талантов. На нем посмотри таланты. В отзвук я закинул все, что можно, я с тотемов снял. Вот она падала, вот эта красная. Все в силу заклинаний, да, с хосты получается? Да. Спасибо. Да, фул в силу заклинаний, у тебя там времени между шоками и выбросом лага только на одну молнию будет хватать. Я вообще молнию не использую. ДПС 2017, наверное. На 255-м. Снять упало. Притон есть ласка на СПД и масло. Да, есть. Спасибо. Сум. Пока время на твинге не вышло, да, его идут, она сейчас попробует. Она половина, я половину отдал. Ну, паладин попробовал, в него не зашел. Разбафайте. ДК. ДК. Ну, кулак, каску там хотя бы. Полоку каску дайте, пожалуйста. Thank you.
Ебаная метка, нахуй. Станет меня. Ну, глыбу жми. Ну понятно, что глыба. Первый-то раз можно, блять, второй раз нет, но. Бурсти, прощаемся, ебать. Че, кому там айсбаунд нужен? Не, мне не нужен, я зайду сейчас под конец. Каста метки, чтоб на меня на второй раз не повешалось. Две. Раз, два, три. Блок нажал. Так, на ком сейчас метка? На притоне, хорошо. Понта пропит. Убиваем трэш. Скажешь, когда там нахуёвым кому-нибудь метка будет, там айсбаунд. Хорошо. Сам зубы на там прокидают. Саву захильте. Шамана. Добилось. Так, кто там следующий? Следующая сова. Трэш, 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 помогите, трэш, дохуя трэша. Скоро уже следующий появится. Так, танка захиливаем. Все, там сова скоро заходить будет. Заходи, сова. И сейчас будет еще одна метка, смотрим на кого. Шаву прохильте, захильте сову, блядь. Обязательно. Так, на ком нет? На мне нет, я понял. Ладно, все бурсты оставлю, на эту пункту. Я совет дал там айсбаунд. Мне, наверное, ваш айсбаунд, я зайду под эти. Я совет дал. Просто он не фул зафиган был. Там, наверное, я перед заходом геру попрошу. Чтобы не сдохнуть. Захильте, захильте, захильте. Трэша дохуя, трэша дохуя. Давай геру, геру давай, геру давай. Я пошел. Меня захильте, захильте, пожалуйста. Да пизду нахуй. 30%, блядь, в комнату зашел. Вот ты проебал. Так, трэш в РДД появился, убили быстро этот трэш. Лока захильте, саву захильте, блядь. Лока захильте. Он в комнату сейчас будет. Давай бурсты даем. По трэшу, блять, злобный. Ёбаный в рот, сука. Ну, блять, убивали же сейчас уже, по сути дела, блять. Пять минку кто-то не вынес. Да. О, как. Да там не сложно, да, там, блядь, там проблема, сука, у меня паника на маге, нахуй, потому что он не хилится. Я не знаю, я уже на 10 секундах уходил, все равно бесы появились. У нас один бес там стреляет по 900. Ребята, я починюсь. Саму стреляли. А, ну, вон, ДКшника уебало меткой, нахуй, уебало его, кто? А, ну, тут не написано, кто тут просто пишет копыта. Всеми порча, 12 тысяч взорвался. Вот кто-то взорвал просто всеми порча и убил его. Стэк шкандывает. Хуя паладин, ебать, топовыми бутыльками пользуется. Не проходит паладины.
сама, да? На ханте метка. А, про фильтр захожу. Угу, фильтр, конта. Дизыпку можно было бы. Нам не меткос. Фрэш. Ага. Опа, убила нахуй, просто, блядь. Убила просто этой хуйней, которая сверху падает, да? Хантер в комнате, блядь. Там есть, кстати, еще одна тактика. Я понял, миллиги стоят нахуй, весь бой в АФК и заходят в комнату. Ну, блядь. Трэш, кто хуярит там. Поменяй кого-то, ебать. Кто вот, блядь, не знаю, кто дохнет чаще всех. Да, чё там корей, по-моему, надо всё. Разреши, я сбил, сгоняю. Минус на 4. По большому пиздец приспичил. Давай. Шина дракона. Хотя она погибла, убил нахуй. То есть что-то реально какой-то какая-то, блядь. Но просто проблема в том, что у нас комнату, вот сова вроде сейчас стала получаться закрывать. Шаман не может закрыть. У меня на магии не получается, блядь, пока что. Но я особо не пробовал. Я один раз попробовал, остальные разы я туда на 20% заходил, блядь. Ханта, в принципе, не получается. Он не может, блядь, не знаю почему, блядь. Все, но это проблема, пиздец. Огромная. Хотя, не, давай еще попробуем, нахуй, сейчас попробуем втроем стоять, ханта поставим, пусть он просто боссом будет, трэш помогает, за боссом будет стоять. За боссом, не в боссе, но этот... Такое ощущение иногда, как будто только милики трэш бьют. Оно так и есть. То есть трэш, который находится в середине комнаты, его бьют, но в основном только милики. Почему все должны вообще в трэш свичиться? Мы поэтому по трэшу не успеваем. Мы все успеваем. У нас люди в комнатах умирают, и метка не выносится. Не надо будет порчи. Я наварил в одно ебало, убивал трэш, и нормально все было. Только в РДД иногда помогали все. То есть, если центр, ну, трэш под боссом, тот, кто может, то уешить, вы можете убить. Я на магии вообще не могу трэш бить. Я его убиваю точечно, когда он в РДД-зоне находится. У нас, куда милики подойти не могут. Просто, ура, смотри, вот, даже банально, у рарника по бесам 2 миллиона урона. А у анхолика ДК, да, который должен хуярить тоже только бесов, блядь. Ну, в основном приоритетом у него 600 тысяч урона, зато по боссу 2 миллиона.
урарника по боссу миллион. То есть, ну, урарник ебашит трэш, а ДК продолжает хуярить босса. То есть, ну, какие-то моменты либо забывает про трэш, либо там просто увлекается уроном по боссу. Ну, вот они раскидываются у меня так далеко, как трэш останавливается, вот и все. У тебя символ есть на мор, ты просто, блядь, дал мор, он уже нахуй раскидал по всем, блядь, этим. Я мобам. В курсе, блядь, я и говорю, что они достают моба, оставлюсь дальше. Угу. Так ты дальше, я говорю, ты вот смотри, вот стоит метка, словно ты вот к метке не можешь подходить примерно вот, ну, вот такой рейндж, да, то есть все, что до этого рейнджа, ты ебашишь, идешь, просто отбегаешь от босса, идешь бить трэш. Ну, твоя первостепенная задача убивать трэш. Я отбегаю, но просто когда, если я начинаю на беса метку, доту раскидывать, то этот бес уже сдохнет к тому времени, пока я доту на него раскину. Я просто банально не успеваю, если трэш не подходит к ней, к боссу. Трэш не подходит к боссу, потому что сова не в то время в старфол дает. Чё, я сейчас стою под боссом, Хант? Ну, за боссом стоишь. Ну, там отойти на максимальный рейндж, откуда стрелять можешь. Ну, на минимальный рейндж, точнее. Угу. Сейчас притон добежит. Проем закрываем просто и все. Там единственное будет хуйня того же довелишника, до какого не скинуться, потом метка, либо он кого под боссом. Просто надо будет выбежать в сторонку, встать, убить этого демона. Сейчас там на рарник кинется, заебись будет, он будет убьет, так он будет трэш поверить в этот момент. Тактики, галактики, блядь. А чё, да. Сова будет стоять. Сову пилить хорошо. Бесы, 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 совы. За спиной совы бес. Ага, полбес. Там у нее стаки. Проебал я. Пожестче. Не забыл, отдашь там кофе вампира, что у тебя ключ отдашь там на сейфе. До следующего. Там главное следующего не проведи. Сова убил, красавчик. Он уже два человека закрывает нормально. У меня блок есть. Ну, не могу сдохнуть один раз, ничего страшного. Захожу за хил. Нахуй, на притон. Блок и за хил. Зашибись этих бесов и башни. И главное с этой порчей, за порчей следите и убегаете. Там, смотрите, под боссом беса сминать, не смотрите порчу там, ну, чтобы не взорвалась на шамане, сейчас там порча. Когда вот боссы под, ну, бесы под боссом, особенно внимательность проявляйте к своим дебафам. Так, метка демона, на ком? Метка на сейве, заебись. Что не на мне. Трэш. Давай Геру. Ой, сейчас не, подожди, рано. Сейчас сова выйдет. Будем Геру. Ты глыба скинешь? Трэш. Да, я скину глыбу. Захил, лок захожу. Лок захил, тебе рок заходит в комнату.
Холипала проходит. Так, снова умерла. Ладно, давай Геру. Главное, чтобы притон вышел, и все будет заебись. Прохилите шамана, сам хилнись, а там цепнуху всякой стани. Канта подхилите, блядь. Кант, выйди, на тебе метка, выйди подальше, я проеду. Все, трэш, главное, убивайте, блядь. Ко мне не подходи, Хант, пожалуйста, ко мне не подходи. Вон в эту звездочку встань. У меня комната. Хант, блядь, ну вот я тебя попросил, говорю, ко мне не подходи, блядь. Ты подошел, сука, просто... Мне надоед побыла. Пиздец. Просто, ну, говорю, да, блядь, выйди, встань. Выйди, говорю, еще раз попробуем, пойдем. Выйди, блядь, встань, говорю, нахуй ты бегаешь? Нахуя ты вообще бегаешь, прыгаешь, блядь, зачем? У тебя там, блядь, там руки чешутся, нахуя вот эти прыжки бесполезные? Вышел, встал, сука, в звезду, там никого нет, ты стой там. Ты подбежал ко мне сейчас, меня ваншотнул ебаной семочкой, блядь. Тогда сова сдохла, я отбежал с меткой. Ну вот, и стой. Ну, вот я здесь стоял. Потом ты подошел в звезду, ко мне пришел, блядь, в кругляшок, нахуя ты рядом со мной попрыгал, блядь, ушел обратно и не успел убежать, просто и щелкнул. Не, ой, это там ночь, наверное, работает, это берет весь проседает. Типа на AirDrop. Тека спроси, он тебе расскажет про полезность этой трины. А ликомия? Типа она, наверное, один раз прокнула, и то на мне, когда я проебал стаки, у меня минус 50%, меньше 50% просаживал. Что там по печеньке? 35 минут еще. То тоже счет 170 СПД, это дал ебать 8К МПС. Мы куда идем? Где? Там на Аране? Там на Аране. А. Ой, на Аране, на копыте. О, бля, на копыте, да. Просто проебал. Скажи. Паладин, если ты вешаешь на себя правосудие света, поставь символ. Ой, правосудие мудрости, на себя это хуйня. Печать мудрости. Если поставь символ, да. Печать мудрости. У тебя на 5% маны меньше играть будет. Когда маны не хватает, можешь правосудие мудрости кидать на босса, а резать 2000 маны. Если нужен отхил, вешаешь правосудие света. Если ты кидаешь правосудие мудрости, с равником договорись, чтобы он правосудие света кидал, чтобы определить, что, блядь, правосудие мудрости есть от равника, у тебя света нету. Вот, здесь заебись. Скил повыше. Все, Ворик, ты сдай его. Сейчас тебя перекину. О, куда идет?
И если по мане просаживаюсь, кидай просто провод для своей мокрости. И пищать там. Хак, далеко стоишь. На сове метка с собой перейти. Хорошо. На ханте метка, что ли? Нет. Сейчас бес вылазит. На притоне мёртв. Бесы рандомно летят. Ни на ком метка не рандомно летят. Притон ощутите хорошо. Сова, не умри там, пожалуйста, помоляюсь. Локом захожу. Ага, ощутите лок, хорошо. Больше манды резко. Хорошо, давайте. Инер, закинь сова по полипалу. На сову у нас опять метка. Сову хит, сове, наверное, нужна будет или не зыбка или что-нибудь такое. Так, короче, надо развивать его за сову. Сука, не успели уже раз докастовать, он уже умер, но... На притоне метка. Давай Геру... А, стой, Рань. Ебать, он урод, сука. Все, давай Геру, пока сова вышла. Какой метка? Метки пока нет, мне напомнишь. А, на притоне метки. На хил захожу. Хил по притону все время. Смотрите сейчас внимательно за этим. Метка на сове опять. Смотрите внимательно сейчас за семечками. Очень внимательно продолжайте все так же делать. Никто не поверит босса, ну, на все бабки. Просто спокойно добиваем поток. Захильте сову, захильте сейчас будет заходить скоро. Давай я ему там. Дай не зыбку, ага, айсбаун, дай. Кого скажешь, тогда. Давай айсбаун, все, заходи. Сам захильте танк. Никто не мог. Эта схема, она нахуй всегда работает, нахуй, когда метка кидается на одного притона, блин. Нахуй. Это просто семья. Хотя бы долгонок вам упал. Принесли. О, долгонок, зарядись. Печеньку руль. Давай, печеньку. Все, сразу же не мог долгонок написать. Кусок говна, а не босс. Из-за семьи просто тупо вайпали. Да, да. Ой, ебать, нихуя себе. Сотка, блядь. А, я понял, да. Чё там, читеры, что ли? Или чё это за хуйня, блядь? По-любому, да. Там видишь, 100 из 1000. Ну, трейд мага дадите, я вам дам это. Что там за поезд? Я поезд не паролил. Сейчас он давно. Я его бусь оставил, ушел просто. Все остальное неинтересно просто. Ну все, пойдем на копыта. Мы копыта убили уже. Ой, на это на гнева. Он будет еще не стрелять. Опижон. Опижон.
полипал, если ты все время на себе держишь правосудие мудрости, то нахуй символ сменить. Символ правосудия света используется в ПВП в основном. Типа вот этот символ правосудия мудрости, это чтоб ты джагу кидал, ебать, и твоя джага исходила на 5% больше. По мане не выводишь, знаешь, правосудие мудрости на мобов, на босс, на топ, на кого. Когда мана достаточно, всплывай, кидаешь правосудие света. Вот, понял, ты печать света включил, у тебя в отхиле появилось правосудие света. А, нет, это не это понял. А, ну да, вот правосудие света. Когда ты кидал на себя печать мудрости, у тебя правосудие света в детейлисе даже не показывается. Начните. Пало делать сюда, вставай. Пало. Где маг пробьет. Я сейчас звездочку поставлю. Не ромбик. Ромбик вот где прыгает, сюда пал встает. А, сюда стою. Я на маге, короче, ромбик будет стоять, здесь никто не стоит. Сюда вставай, хант, вот сюда, ромбик. Так, сюда встает у нас притон. Вот сюда притон, ромбик. Сюда воид встает на престе. Сюда сова. Сюда шаман. Поставьте мне сюда рарник. После первой фазы забудут, да. А, стой, у нас ДК есть еще, да, там ДК. Давай вот сюда ДК в ромбик, короче, вот сюда. А сова туда дальше. Короче, дальше стоит все, кто, короче, может хилиться. Ну и все. Шаман, ты где? Все, мы там шаман, все нормально. Или, то есть, когда кидаются метки, там что, у нас два бопа есть. На первое, если хилиться на приста, напало, например, приста, там пал бабл нажмешь на приста, кинешь боб просто, скинешь с хилов, остальные все бегаете. На второй раз там тоже, если что, рад не закинешь, какого-то хила кинет, на хила закинешь боб. Ну, там по факту. А хант, по-моему, может притвориться мертвым, скинуть эту хуйню, насколько я помню. И те, кто ночные эльфы, могут уйти в инвиз, тоже скидывается эта хуйня. Это готовность. Так. На второй фазе, короче, когда она, он идет в центр. Ты же знаешь, да, как там ловить танк метку, эту красную? Все уходят, короче, сюда, в зеленую метку. А ловят, здесь будет, вот здесь в ромбике, где вот я сейчас бегаю. Кто у нас там больше всех дамажит из мастеров? Давай притон, вот здесь вот возьмешь эту, как ее называют? Ну, портал? Синюю, да. А зеленую у нас берет зеленую хант. Хант. Хант, короче, там вот будет... Я поставил красную метку, короче, вон, видишь, под телескопом, там, где красная метка, там будет зеленая сферка такая, тебе надо будет бежать.
Как только босс пойдет в центр, ты уже начинаешь... Как только босс развернется и пойдет в центр, ты уже начинаешь бежать. И кому туда, говоришь, в красную или Канту? Я говорю, кому говоришь? Канту говоришь или Эльму, кому? Метку на Эльму. Я говорю Ханту. А... Или вообще давай ДКшник. ДКшник, он есть у нас, Анхолик, который... Угу. Добежишь туда, в красную метку, заберешь ее... Ой, не в красную, ну, там, где крестик стоит, там будет зеленая сферка лежать. Окей. Давайте готовность. По сейвам там ДК смотри, там сам заанонсишь, там первые три там у тебя своих хватает, на четвертый там может тебе зубы или масс, ну или сакру, или там масс сакру дадут, что-нибудь такое. Я понял. Все, все понял. Ну, я по сакру, я на ДКшнике не бегал. Yes. Че, агрю? Да, да, да. Там, короче, когда будет красную сферу, вот босс уйдет в центр, ты бежишь на босса и продолжаешь его бить. Тебя раз откинет и продолжаешь бежать на босса. Даже нету. Блять, у меня проблема, нахуй, мое место заняли, блядь. Скотыну. Так, давай, лучи на ком сейчас смотрим. Лучи на хиле, хил бабу можешь нажимать, или боб на себя кинуть. Хан притворится мертвым, а ДК бегай. Просто бегай, ДКшник и хилить. Ну, ДКшника хильтит, умирает он где-то. Пока ты далеко туда не убегаешь, к этой хуйне подойдешь, тебя откинет. Откинет, и ты обратно полетишь. А, ты шаришь, да? Ну ты как раз вот там, наверное, тогда и останешься, ты как раз метку заберешь. Сейчас скоро фаза начнется. 7 секунд осталось. Все, ДК вроде живой. Второй тоже живой. Все, побежали все в зеленую метку. Все в зеленую. Притон лутает сферку. ДК лутает сферку. Второй ДК тоже лутает сферку. Блудника, куда ты бежишь? А, блудника, ты беги на босса, на босса беги. Тебя сейчас откидывать начнет, тебе, блядь, пиздец. Ну все, это вайп нахуй. Я же спросил, ну, он, видишь сферу, тебе ее надо поймать. Бери, бери, бери. Сфера, все, поймал. Не, не поймал, это вайп. Бери, падай, бери. Блядь. Вон она, можно еще взять, бери. Блядь, я же спросил, ты знаешь, ты говоришь, да, знаю. Да, да я просто привык. Вот моргает, вот, видишь, моргает, вот ее надо брать. Вот эту, видишь, вот. Вот ее надо взять. Вот я подбегаю. Вот, видишь, я взял. На мне агро устало. А какие в жопу книжки? Куда там упресс? Тут... Ненавижу этот инс просто, блядь, ненавижу, нахуй. Ему уже лет, нахуй, уже хуй знает сколько, блядь, пизду. Я играю, блядь, на этом сервере меньше года, блядь, уже все знаю, блядь. Там еще на X2, на X3 это все было, блядь. Почему вы, сука, не знаете, когда здесь что-то бить боссов, блядь? Сука, все уже рассказал, блядь, почти, нахуй. Нет, все равно какая-нибудь хуйня да произойдет, блядь. Как будто, блядь, специально, нахуй, это все делается. Пошел. Ну что, масрез дашь? Да, у меня забагался, я нажал, у меня вот аддон перезагружается. Я вот включил, сейчас вот перезагрузится монитор, я уснул. Тебе хуй знает, какой аддон, блядь, отключил. А, добавил, понятно. Ты типа с книжки резаешь? Да. На панель выносишь, он резает. Я понимаю.
Смотри, НК, вот ты вот его... А я еще бегу. Беги. Показывай. Короче, когда вот это начнет, тебя на... Да? Ну, это я хуй знает про эти книги, на самом деле, вообще похуй. Всегда вот здесь вот его танчил. Вот так вот, блядь, просто вот тут стоишь, его держишь, чтобы тебя, ну, сюда не заходишь, чтобы тебя хил доставал. Ну, понял. Все, поехали. Короче, не знаю про книги, просто суть в чем, я всегда как делал, я когда сам танчил, блядь, я вот он начинает уходить в центре, я просто бегу на него, подхожу, блядь, к нему вот сюда, вот он стоит, блядь, в центре, просто делаю ему там пару ЛП, даю, меня откидывает вот сюда. Я отсюда просто продолжаю бежать на него, блядь. Меня после этого еще раз откидывает. И после второго откидывания, по-моему, появляется сфера. Я вот здесь вот просто либо вперед бегу, либо чуть-чуть там назад, она плюс-минус во мне появляется. Я все, просто эту сферу лутаю, меня откидывает в угол, и я стою в угле до самого конца. Все. Ты смотри, можешь как хочешь делать. Просто главное, чтобы мы не сдохли, блядь. Подожди, вот там там вот. Ну, на пол дал. На пол дал, да, готовность не привел. Ну все, пуля, ладно. Вроде. Он вообще тут, нет, я что-то почему-то не вижу. Он вылетел, походу. Че бегаешь? Да, да. Глыбу. Не жарю зеленые надписи. Она там надо будет лутать. Босса не бейте, там к вам отражение. Босса не бейте, говорю, блядь, вы ёбнутые, что сдохните нахуй. Не бейте босса! Геру, давай шаманку, теперь можно бить.
шеренгу надо. Обратно встали, по своему месту там вроде стоят. Сейчас вообще будет, через вообще главное не бегайте, блядь, это вот там рарно. Это номер. Я говорю, через лучи не бегайте, блядь. Босса заберите. Дай БР по притону. Сейвы надо бы. Там первое что было, дыхание, сейчас второе, да? Там на зеленку на второе. Ну там сам смотрю. Скажешь просто, когда у тебя не будет сейва. Именно когда уже дыхание пройдет, и вот чтобы перед следующим искать. Все, ушли в зеленую метку, ДК иди, забирай там. Я не знал про книгу еще. Сам ходил бы с эту хуйню, блядь. Там Рарк что рассказывал, мне как Рарк рассказал, я так и делал. Или, по-моему, Рарк мне даже не рассказывал, как там что-то сами что-то говорили. Не помню уже. Все, можно бить после, кстати. Тебе нужны штаны кому-то? А щит? Щит я бы забрал, Элим. Палу не нужен щит? Блять. Ау, щит. Там еще сагрили сзади. Это трэш. Это пэт, походу, но. Да? Я да, своих да, отпускал. Нет, Рэл, убери метку, пожалуйста.